А Марина говорит: Ирин, здравствуйте, коллега предлагает мне воспользоваться ее свадебным платьем на моей свадьбе. Я, конечно, не против, ради экономии, да и фасон мне нравится. Есть ли здесь какие-то, может, приметы? Вы знаете, Марин, я бы не стала верить в какие-то приметы, потому что я могу сказать, что в свое время моя мама вышла замуж, потом отдала ее свое платье там, своей подруге, подруга передала, там, отдала еще какой-то подруге. Раньше очень многие, кто делал именно таким образом, и выходили замуж в одном и том же платье. Опять же, повторюсь, что все приметы у нас в голове, вот и все. Это все зависит только от нас. А как люди берут на прокат платье? Ну, по сути, то же самое же. А тут вообще одевал какой-то совершенно чужой, посторонний человек. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующих их своей свадьбы самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описание. Конечно, уверена, что каждая девочка, каждая невеста хочет иметь именно свое конкретное платье, и я даже об этом говорила, что все-таки экономить на платье не стоит, потому что здесь, ну, это такое дело, что хочется быть красивой, хочется быть самой лучшей, и так далее, и так далее, и так далее, но если вы понимаете, что действительно есть какие-то сложности с бюджетом, проблема большая там с бюджетом, и категорически не хватает на вот эту статью расходов, то, ну, я не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы. Это проблема может возникнуть только в том случае, если, опять же, вы сами себе придумаете, что там вот у них там какие-то конфликты. Я выходила в этом платье, поэтому у меня тоже будут конфликты.